Всем привет! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в интересную игру Дудакар. Дудакар. Такое название. Опля, чё такое? Давайте посмотрим. У нас машин нет, поэтому мы с вами отправляемся. Сначала выбросим мусор. И отправляемся на покупку автомобиля. На автобусную станцию. Давай на райончик пойдем. В прошлый раз мы что-то продали. У нас 3700 рублей. Так мало. Капец, сколько вот эта тачка стоит. Алло. Может, хватит у нас деньги. 7400. Нет. К сожалению... Не хватает денег. Почему у меня так мало денег? У меня же было 6 тысяч. О, ну это, наверное, дорогая тачка. Рада Растейшн. 7800. Дорого. А что, здесь только два автомобиля продавалось? Слушай. Больше машин нет. А здесь... Вон какая-то машинка. Сейчас мы ее посмотрим, сколько она стоит. Блин, а че так мало денег-то? Здрасте. Сколько стоит машинка? Вы че, вообще что ли с ума посходили? 48 тысяч. Не. Это дорого. Нам нужно... Что-то максим... О, смотри, она ударенная, грязная. А ну, может здесь будут... Не, 11 тысяч. Да ты чё? Блин. Ну, это тоже, наверное, дорогая будет. 29. Нет. Вот мне интересно... В прошлый раз я же играл, у меня больше было денег. Сколько? 46? Почему не миллион? Что у тебя там за машина такая дорогая? А вот это? Сколько у тебя стоит тачка? 7. Ладно. Короче, настройки. Нет, подожди, назад. Главное меню. Следующий. Новая игра. Да. Играем заново. Я не знаю, куда делись деньги. У меня было больше. Может, что-то... Машин нету. Создаем новую игру и играем с нуля. Полностью все сначала. Добро пожаловать. Симулятор Car for Sale. Начало пути. Уберите весь мусор перед офисом. Есть. А, вон как даже убирается. Я думал, мы это должны куда-то выкидывать. Все. Ну, убирайся, вонючка. А, теперь вот эти штучки надо убрать. Купили офис. Теперь будем его ремонтировать. У нас 7500. Также компьютер, веб-страница. Все как надо. Поехали за машиной новенькой. А что такое? Название поменять? Как? В компьютере, что ли? Обновление? Нет. А, декорации? А вывеска? Ага. Меняем. Car for sale Duda. Угу. По-английски пишу. Duda. Ширина уменьшаем. И размер уменьшаем. Вот так вот. Вот так вот. Установить. Интерьер пока ничего не было. У меня денег нету на интерьер. Я тогда, наверное, на интерьер все деньги потратил. Car for sale, Duda. Отлично. Отличнейшее название. Сколько
О, ну смотри, у нас стало появляться все. Едем на райончик. Выбираем тачку. Вот эту сейчас возьмем, самую убитую. Привет. А, что, понятно, сколько стоит? 58 тысяч. Неадекват. Ты неадекватный человек. Нету таких цен. 58 тысяч. С ума посходили. Привет. Сколько хочешь за свою колымагу? 1600. О, покупаем. Давай экспертизу сразу сделаем. А, на экспертизу я не могу даже отправить. Все, я купил машинку. Поехали. Тихо. Да подожди, ты мне показываешь. Алло. Чуть не разбился из-за вот этого вот ваших показов. Едем. Нифига она валит, смотри. Ага, а здесь нужно немножко притормозить. Потому что здесь неровности. Специально, кстати, ребята, сделаны неровности, чтобы наша тачка кувыркнулась. Но мы-то знаем, что здесь машинка может кувыркнуться. А вот мы уже и подъезжаем к дому, к офису, то есть. У нас дофига денег. А мы сейчас заедем, может быть, ее отреставрируем, ремонт сделаем. Здрасте. Мне нужно отремонтировать тачку. А, список ремонта. Офигеть, смотри, она прям нормально-таки на 900 рублей. Ее ремонтировать надо. Ну, на 1000. Купили за 1200, отремонтировали за 1000. Обалдеть. Что написано? Пока ремонтник работает, что-то там делает, аж летят искры. Мы посмотрим тачку. Колеса хорошие. Неплохие. А, давай поболтаем. Ага, вы можете открыть навык для увеличения скорости ремонта. Вы можете открыть навык для снижения цены на ремонт. Здорово. В будущем ты еще больше будешь денег зарабатывать. Все это, список ремонта мы повреждения снимаем. За сколько ее продать? Смотри, 1200 купил, за 1000 сделал ремонт. Сейчас мы ее помоем, сделаем покраску. И, ну, колеса я не буду менять, они мне нравятся. Красивые колесики, что их менять-то? А покрасить мы ее покрасим. Какой-нибудь серебристый, красивый, глянцевый, металлический цвет. Ремонт пока еще. Ага, задняя правая дверь. Ремонтируется. Ждем. Практически все готово. Осталось меньше 3%. Опа! Блин, я не посмотрел, что там здесь отремонтировали ее. Давай поговорим с ним еще раз. С автомобилем все в порядке. Добавить топливо. А, что тут еще есть? А, повреждений нету. Окрашена. Оригинал. А, ну да, она была крашеная. Но ничего страшного, мы ее сейчас перекрасим. Цена покупки 1500, расходы 1000. 2500 есть. Сейчас мы ее покрасим. Поехали. Аккуратно. Никого не сбить. Оп, это что такое? Алло, я не вижу. Нифига. Вот это была подстава. Тюнинг. Не тюнинг, нам нужна покраска. Так, подожди. Заводской цвет. Сделаем ее черный, может быть, слушай. Полировка, металлик. Есть. Глянец. Вау! Вау! Блин, мне кажется, здесь вмятина. Или это мне только так кажется, слушай. Ага. Так. Покрасить все. А под... не, не... Я хочу еще какой-нибудь.
Ну, вот в такой вот. Покрасить за 300 рублей. В смысле, алло, а где моя серебряная штука? Металлик. А, глянец, то есть. Полировка. Все? Не нажимается? Отполировали? О! Теперь тачка наша очень даже хороша. Мы ее за 10 тысяч будем продавать. Сейчас посмотрим, может, какой-нибудь тюнинг сделаем машинки. Дрифт комплект. Гоночный. Нет. Передняя подвеска, господи. Ну давай ее чуть-чуть повыше сделаем тогда, да? Почему нет-то? Ну, вот так пойдет. Фары. Фары, цвет фар. Номера. О, Калифорния, нифига себе. Ставим Калифорнию. Колеса меняем или оставляем? 3000 стоит колеса, офигеть. А, я не помню, какие. Вот такие. А, денег не хватает. А сколько у нас тут? 2500 у меня. У меня вообще денег нету. Так, вот. Да, я сяду. Все. Ребята, я поехал тачку продавать. Она уже какая-то странная стала у меня. Либо светится. О! Здесь надо аккуратно. Аккуратно! Блин, я не могу повернуть, посмотреть головой. Нету ли там машин? Все хорошо. Едем. Готово! Поворачивай. Аккуратненько. Глушим автомобиль. Какой же он красивый. Обалдеть. Так, вот это мне информация слева не нужна. Заходим. Веб-страница. Так, продается. Конечно. Сколько? 11 тысяч. Выставить на продажу. Я туда очень много денег вложил, поэтому пускай так, такая цена будет. За 11. Отлично, ваш первый автомобиль выставлен на продажу. Опа, а вот и первый покупатель. Ух ты, за 11 тысяч купят. Наверное. Здорово, Побенко. Давай я тебе продам. Смотри, офигенная тачка. Ха, мне нужно подумать. Меня устраивает текущая цена, я покупаю. Продали. 13 тысяч у меня. А то было. Сколько? 2 тысячи. Алло. Так, мы едем. А, куда едем? На автобус. Что самое интересное. Так, контейнер. За 11 тысяч мы легко продали машину свою. Надо переходить дорогу еще аккуратно. Вот наш контейнер. Вот наш кровать. Мы дверь закроем. Хоть у нас тут и окна открыты. Ну, пофигу. А деньги потратили 1600, а деньги заработали. Какой 1600? Это я машину только купил. Результат 9000. Все. До свидания. Ой, кто же делает дверь, которая вовнутрь открывается? Алло. Что попало? А, едем на район. Опять-таки. Покупаем какой-нибудь. Ой, какой грузовик. Я хочу грузовик. Хотя нафиг мне не нужен. А ну, сколько стоит? Может, мне денег хватит? А за 5000? О, беру. Все. Экспертиза. Нет, не могу пока. Купить. Ага. Этот автомобиль вам облегчит жизнь. Я знаю. Четкий. Опа. Смотри, он медленно едет. Блин. Ну, рухлядь, конечно. А, закись азота есть? А ну-ка, альт. Нет, закиси азота нету.
А где такая штучка, которая была у нас, показывала, куда ехать? Уже нету. Ладненько. Короче, буду я ехать по дороге, потому что большие неровности здесь. Банк? Да. И слева не видно, едет какая машина, потому что мы можем врезаться в кого-нибудь, и у нас будет поломка. А это очень нехорошо. Надо будет ремонтировать. О, нет! Попал? Алло, ты задел меня или нет? Не знаю, задел меня. Или задел... Ну нет, наверное, не задел. Так, а ну-ка. Так, ё-моё, сейчас врежусь в вас. Дурочки. Ладно, поворачиваем. Я не вижу, что там. Подожди, а я сюда могу заехать вообще, нет? Капец. Чё так низко у вас? А, алло, мужик. А, гоночный. Фиговочный. Подвеска. Не, надо наоборот занижать нафиг. Ну не сильно, конечно. Чуть-чуть. Фары, фары, фары. Установить фары. Номера тоже мы ставим. Калифорния. Она хорошо продается. Колеса. Это у меня такие сейчас стоят, да? Угу. За 1500. Зачем? Нет. Ставим. Почему у меня так мало денег уже? 6000. Не, колеса я не буду ставить. У меня классные колеса. Алло, что я там тебе... Так, давай заправим машину сразу. Выезжаем отсюда. А-а-а, я ее сейчас покрашу. А можно задом, да? А почему ты продолжала ехать? Я тебе, блин, двигатель отключил. А, так, вы можете открыть навык снижения цен на покраску. Ну давай, а как? Полировка. Глянец. О! Металлика наш светится. Детали, машина. Все. Офигеть, смотри, она же, блин. Да она такая должна вообще дорого стоить. Немножко отъезжаем. А, вот она, авторепер. Надо посмотреть, может быть, у нее тут какие-то эти самые, как его. Вот я сюда заеду сейчас. Нормально? А, нет, еще места было. Ну, я думаю, он сможет ее отремонтировать. Мою куколку. Я не могу приступить к ремонту. Припаркуйте автомобиль на подъемнике. А. Ну, ладно. Подъедем еще. Да подожди ты, алло. Сесть в машину. Выключить двигатель. Ну все, на подъемник я заехал. Гад. Ага. Значит, немножко тут у нас тут. Ремонтировать все детали за 220 рублей. Хорошо. Ремонтируем. Ага. Пошел ремонт. Пошел ремонтировать. Нифига, ее подняли. Сейчас мы ее отремонтируем. Она у меня... Смотри, как написано. А, Калифорния. Ксиот 320. Грузовик мой. Ой, какой грузовик. Какой красавец. Обалдеть. Вообще. О, отремонтировали колеса. Какие офигенные. Ух ты, хипстерские. Оп, ты чё творишь? Алло. Так, машинку мою. Чуть не понял. Как мне выехать отсюда? Я вообще ничего не вижу.
Разворачиваемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо у меня такой грузовик-грузовик. А тут можно проехать? Нет. А зачем я купил такой грузовик, а? Скажи мне. На нем неудобно ездить. Ладно, сейчас. А я задом сейчас поеду. Почему бы... А тут какой-то бомжик, смотри, сидит. Главное, чтобы мне не врезался никакой гад. Тихо! Опа! Что-то задел, наверное, нет? Не, нормально. Так, уберись. Сесть в машину. Чуть-чуть еще назад сдадим. А-а-а! Блин. Ну вообще красавец. Надо сфоткаться, короче, на видео. Вот такая тачка. Офигенская, большая, красивая. Сколько она будет стоить? 1 000 000 рублей нафиг. Что, у меня офис открыт был? Веб-страница. Автомобили на продажу. Russian Box Truck. Не продается. В смысле? Так, покупал. Расходы 2000. Цена покупки 5. 5, 6, 7. 7 тысяч. Значит, продаю ее за 30 тысяч. 33 тысячи. Выставить на продажу. Она у меня офигенская машинка. 33 тысячи, это вообще недорого. Пусть офис у меня открыт будет. Сейчас покупатели ко мне придут. Ну, 30 тысяч. Ну, 33 тысячи, нормально. О, есть покупательница. Бабенка хочет быть этим самым дальнобойщицей. Алло, привет. 33 тысячи у меня офигенная тачка. Ну, я бы купила сейчас ваш автомобиль за 8. В смысле за 8? Отказаться. Пошла в жопу нафиг за 8. 33 тысячи. 8, ну блин. Алло, ладно, давай за 8, где ты? Ушла. Смотри, не хотя дорого покупать. Знаешь, мы цену меняем. Давай хотя бы за 11. За 11 тысяч. Напишу 12. Выставить на продажу за 12 тысяч. Блин. Ну это край, короче. 12 тысяч это край. Да как так? Они какие-то колымаги за 50 тысяч продают. А эту не хотят за 33. Ну пускай за 11. Где покупатели? Пока покупателей нету, слушай, я поеду на район. Посмотрю еще какие-нибудь тачки. Ну вот, смотри, тачка стоит. Очень симпатичная, симпотная. Сусан. 5 тысяч у меня только. Сколько будет стоить? О, 1800. Купить за 1800. Отличненько. Где моя машиночка? Ой, какая красивая. Все, едем аккуратненько домой. Ух ты! Смотри! Она едет как. Как же она быстрая. О-о-о-о-о. Переворачиваться хочешь? Нифига. Скорость бешеная, я вижу. Ах. Здесь. Она не... Да куда ты летишь? Алло. Ну такой, блин. Автомобиль у меня крутой. Так, покупателей у меня нету здесь? Не, никого нету. А сразу отправляемся. А, нет, мы в ремонт отправимся. Вдруг она там нужно отремонтировать. Отремонтируем сразу. А здесь уже ремонтные работы ведутся. Ага, чуть-чуть повреждения. Ремонтировать все за 300.
Пока тачка наша ремонтируется, мы пойдем на свалку. Здесь можно немножко заработать. Вот этому чуваку металлолом сдать. Он дурак? Тут металлолом лежит. И я ему же его и продаю. Один металлолом продан. Заработал 2, ну, 20 рублей на билет. Тут даже на билет, тут билет 40 рублей стоит. Вроде бы как. Все. Больше металлолома. Ох, это что же металлолом? Да, как его взять? Не берется, к сожалению. Ну ладно. До свидания. Вот этот металлолом не берется? Нет. Нет. О, тачка моя отремонтировалась, а мы поедем ее немножко подкрасим. Тихо! Чуть не врезались. Чуть-чуть. Чё такие маленькие эти самые? Блин, тачка огонь, слушай. Может, мне ее себе оставить? Сейчас я ее подкрашу. Красный в желтый цвет. Дуда плей. Желтого цвета же. Нет, это какой-то зеленого. Опа, опа! В смысле? Чё произошло-то? Алло. Покрасить. Полировка, металлик. Глянец. Нет, глянец слишком не буду этот самый. Глянец делать. Едем. Ночь наступила. Так, бомжик какой-то. Слушай, я хочу с бомжом поговорить. А, я ему денег дал, прикинь. Ну, хорошо. Те деньги, которые я заработал нещадным путем в продаже металлолома, я ему отдал. Так, выбрасываем мусор. Ах ты, ёшки-моташки. Неудобно очень выбрасывать. О, алло, 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 ты куда? Ты куда? Ты про... Блин, хотела купить, наверное. Ну ладно. А мне нельзя здесь прилечь поспать? Почему я должен идти спать в этом самом контейнер свой вонючий? Ладно. А тут я не буду закрывать эту дверь. Зачем? 7 тысяч потратили. Так что мы должны заработать 15. 15 тысяч. Так, все. Отправляемся быстрее в офис. В офис, да. Открываем офис и попробуем машинку продать. О, бросить. Бросить пока. Это покупательница. За 11 тысяч она сейчас купит эту хорошую машинку. Привет. За 12 тысяч купишь? А мне нужно подумать, это дороговато за 8300. Она опять за 8300 хочет купить. Ладно, ух, нифига, аж пакет вывалился. Продали мы за 8300, потому что никто не хочет купить дороже. Ну, не хотите, так не хотите. Продадим за столько, за сколько можем. Ой, какой красивый автомобиль. Я ее сейчас попробую поставлю на продажу. Ну, так, чисто для любопытства. Продавать я ее не хочу. Цена покупки 2000, потратили 1000, 3, значит, ставим 11. Раз, два, 11100. Тут они сами говорят, сколько машинка примерно стоит. Но пользоваться я и не могу. Big sale, большая скидка. For sale, продается. Сьюзи написано 45. Сьюзи 45. А я забыл Калифорния сделать. Ой, какой красивый автомобильчик. Я его тебе даже продавать не хочу. Ну, посмотрим. Где покупатели? Пока покупателей нету, может быть, на райончик пойти. А, аукцион открыт сегодня. 12:00 начнется аукцион какой-то. Но мы туда не пойдем.
А где бомжик? Бомжику я давал деньги. Уперся, смотри, нету мужика этого. Бомжик убежал. Ну ладно. А вот секрет, продам ли я машину свою, в следующем ролике будем смотреть. А на сегодня мы ролик заканчиваем. Всем пока-пока. Тачка огонь. Продавать я ее что-то даже и не хочу.